Здравствуйте, это канал Максимадзе и Андрей Пи. 2018. Короче, вау, говоря. Вау! Какая у тебя рожа упоротая, ё-моё. Короче, и сегодня мы вместе будем обозревать вот такой вот механический дом в Майнкрафте, версия 1.5.1. Построен этот дом был в 2013 году. Таким человеком, которого я могу назвать мозг по механизмам Майнкрафте, Crazy Ted. Делал он его совместно с еще одним чуваком по имени Хитман. И, собственно говоря, у него очень крутой дом получился. Это, кстати говоря, второй механический дом, который я увидел. Первый был на версию 1.7.4 сделан. Я его как-то увидел очень давно, много лет назад. Тоже, может быть, даже примерно в эти года возникли проблемы с его скачиванием. Но сейчас я его, сейчас у меня его нет, я найти его не могу. Есть одно видео на ютубе, там ссылки на скачивание на него нету. Найти мне этот дом не удалось. Ну, короче, мы будем обозревать этот дом. Точнее, я буду обозревать, а Андрей комментировать. Он в этом доме не бывал ни разу, он даже его не видел на ютубе. Поэтому он будет восхищаться вместе с вами. Короче, во-первых, здесь у нас находится вот такой вот пирс. Мы спаунимся сразу же здесь. Можно взять удочку, сесть в лодку и наслаждаться ловлей рыбы. Сверху над доме находятся вот такие вот домики на деревьях. Но в них ничего абсолютно нету. Еще, кстати, я играю сейчас вот с таким вот красивым текстурпаком под названием Янина Крафт. Когда Crazy Ted снимал обзор на свой дом, он тоже использовал этот текстурпак. Я с огромным трудом его нашел. Ссылка на него и на карту будет в описании. Ну что, мы скоро начнем снимать? Мы уже давно снимаем вообще. А, смотреть? А ты чё, блин? Так, ну внутри дом, чё, я могу зайти? Подожди, прежде чем мы зайдем в дом, нам надо избавиться от ненужных вещей. Здесь у нас есть очень интересная мусорка. У тебя есть какие-нибудь ненужные вещи на инвентаре? Нету. Ну короче, у меня есть. А, я, кажется, понял, как эта мусорка работает. Кидаем сюда предметы. И вот так вот вон она срабатывает. Нажимаем на кнопку, и они все зажигаются. Я думал, что на кактус убрал. И прежде чем мы войдем в дом, нам надо зайти вот в этот дворик небольшой. Тут у нас лесенка есть. Там находится автоэкипировщик. Короче, зайди туда и нажми на кнопку. Куда зайти? Вот вон туда. А, все, погоди, отойди. И его автоматически одевает в алмазную броню, выдается. А как я выгляжу, скажи? Офигительно ты выглядишь. Так, сейчас погоди. Блин, а где это пункт? Ну, на Е. Меню предметов. На Е. Английскую. А, сундучок где? Вау, прикольно. А теперь отойди, да, я то же самое сделаю. Вот такой вот автоэкипировщик. Нажимаем на кнопку, и нам выдается сразу автоматически алмазный свет брони. Так, для дома нам понадобится. Яблоко зачарованные пару зелий. Нам понадобится рычаг и красный факел с собой. Ну а теперь пошли уже изучать сам дом. А чё я не могу поля не забраться? Там можно забраться можно. Там чё, еще внутрь, да, сидушка какая-то, которая в середине. Так, во-первых, это такой вот главный зал. Прихожая такая вот с головой крипера. Ну и здесь у нас кабинет. Это вроде бы это обычная компьютерная мышка. Компьютерная мышка, но на самом деле, как видите, поскольку это рычаг, если мы на него нажмем, то у нас здесь в коридоре открывается секретный проход, в котором сундуки с очень полезными вещами. Золотишко, алмазы, изумруды. Так, да, я наверх теперь. Все, закрывай. Да. А я мог тебя, кстати, там закрыть. Да уж. Так, кроме того, здесь. А, не открываются верхние. Да, верхние не открываются. Здесь есть сверху рычаг. Нажми на него. Где?
А это куда ведет? Открывается проход вот в такую ванну. Так, надо включить свет. А, стоп. Вот включать свет. А это... А, это, я так понимаю, это типа баня. Ну, это сауна типа того, да. Здесь нажатием на рычаг можно зажечь и подушить себе печку. Опа. Ты дурак? А че, слушай, это, а че, стенка прям полный размер? 4 блока так закрывается? Да. Только не вздумай нажимать рычаг вот так вот. Та-т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 а. Иначе все может сломаться. Меня закрой здесь, я хочу смотреть, как закроется. Так, во-первых, так, прежде чем я это сделаю, это унитаз. Выключаем. Если мы нажмем на рычаг, выпадает бумажечка, ну ты сам понимаешь зачем, и слив. А ты чё? А это ванна набралась. Ну и все, тут больше ничего нет, давайте закроем. Закрой тут. Закрой, я хочу посмотреть здесь, какая цена. А, вон как выглядит механизм. Открой. Пока я пошел дальше обозревать дом. Ладно, ладно. Что? Ты что сделал? А, ой. Ты сломал поршень? Случайно вышло. А, ладно, потом починю. Ничего, сойдет. Ладно, я потом починю. Короче говоря, идем дальше на второй этаж. Так, второй этаж где? Здесь, иди сюда. Угу. Короче говоря, это спальня. Эта лампа, ну, когда наступает ночь, эта лампа включается автоматически. Вот. А когда наступает сейчас утро... Сейчас как там это писать? Я сейчас сделаю. Time... Set night. А, ты уже сам все сделал. И чё, ночью она не светится? Time set night напиши. Так night у меня стоит 12500. А, надо еще глубже тогда написать. Ну-ка. Я сейчас напишу. Time set 15000 я напишу. 15000. О, видишь, тысяч. Загорелось. А теперь вау, прикольно. А теперь напишем. А тут тумбочки тоже светятся? А, прикольно, смотри. Time set, set 0. Утро. Все, лампа погасает. О, я хочу попробовать послушать пластинку. Как воспользоваться прослушиванием пластинок? Нужен этот патефон. Ой. Да что ты делаешь, блин? Я заложил в нее, она не играет. Она размножает. О, вот это моя любимая мелодия. Погоди, стой, помолчи. Прикольно играет. Ладно. Так, ладно, выпускаем, идем дальше. У нас тут еще есть комнатка. Здесь механизмов никаких нету. Здесь есть кнопка. Раздатчики, правда, никакой еды нету. Так оттуда должна вылетать еда. Ну и тортик. То есть, ну тут механизмов особо нету. Типа телевизор. Самое прикольно. Интересное у нас в подвале. А выше что нету? Ничего выше больше? Больше ничего нету. Так, подвал там. Тут подвал. Прежде чем мы пойдем туда, нам надо поставить два рычага вот сюда. Почему-то, когда Крызитет обзор делал, он ставил рычаг, говорит, убираем потом рычаг, если не надо. На самом деле их можно не убирать, можно их просто оставить и использовать. Нажимаем первый рычаг. Подожди, не иди туда. Нажимаем первый рычаг. Открывается проход наверх. И там, у нас и там находится у нас такой мини-клуб, я бы сказал. Да, клуб. Я пошутил, да не могу. О, как дверь открыть? Короче говоря, вроде бы это закрыта дверь. И сундуки эти пустые. Но надо через них протиснуться вот так вот. Мышкой двигая туда-сюда. Как ты это сделал? Вот так вот. Ведь у меня не получается, погоди. Надо мышку шевелить туда-сюда и вперед жать. Но у меня не получается, погоди что. Ну, Андрей недопонимает. А, все. О, молодец, Андрей все-таки понял. И вот здесь уже сундук с полезными предметами. Не все, правда. А здесь есть... Только два сундука, правда, с полезными предметами. Ну и дальше нам надо выйти через эту... Прикольно сделано. Ну все, тут больше ничего нет. Свет, я думаю, нету смысла выключать. Мы за свет все равно не платим. Давай, иди. Открой. А второй рычаг открывает проход вниз.
И там Тут у нас, что у нас? находится портал ВАТ! А который что это можно такое? также отключить. А можно. А можно и включить. Прикольно. Идем, идем в ад. Печки. Идем в ад. Иди тут в ад. Это не просто. Это просто. Это не просто ад. А что это за ад там? Стоп, ты тпшнулся в ад или нет? Я сейчас зайду, погоди. Давай, заходи. Нифига себе. А что такое? Бери в сундуке вагонетку и поехали. А что ты уменьшился? Так, вагонетка здесь же, да, берет. Так, Андрей почему-то стал невидим, но надеюсь, он прогрузится чуть позже. Так, а как вагонетка? Ой, блин, ты не в ту сторону стой. Запустил. А надо сюда. Да ты... Да блин! Господи, погоди, сейчас мы все исправим. Короче, я поехал, следуй за мной. Такой вот у нас парк аттракционов, Crazy Land называется. Мы падаем. Надеюсь, Андрей за мной едет. Сейчас, да, еду. Вот сейчас еду, вау. Вот так вот мы сделано. Падаем вниз, едем дальше. Тут все рассчитано, только у меня что-то звук лагает. Вау, ну это прям реально красиво построено. Да, тут прям рассчитано. Так, мы падаем в лавовое отверстие, и, но тем не менее, мы едем дальше. Немного. Даже как-то немного так, страшно. Мы залетаем в рот вот в этому чуваку. И тем не менее тоже едем дальше. Но этот рот не такой прикольный, как следующий будет. Через огненное кольцо пролетая. Проезжаем. И падаем в рот вот этому супер-пупер-мега-теду. Он нас съедает. И мы снова выезжаем, наверное, из анального его отверстия. И падаем обратно вниз, сюда. Блин, а здесь механика красиво сделана все-таки. Так, все. Мы слезли. Надо было додуматься когда-то, прикинь. Да. А, Андрей все-таки починил дорогу, отлично. Вот, вот мы и приехали. Это было классно. Так, положу вагонетку назад и можем идти отсюда. Андрей наконец-то прогрузился, теперь я его снова вижу. Прикольно, хорошо. Так, туда... Хитро, кстати говоря, выдумано. Туда мы пойдем, туда мы чуть позже сходим, а пока ты уже... Ой, блин! Все, я исправил. А, я тебя, кстати, не вижу пока. Ладно, короче, теперь можем идти туда. Это лифт, но прежде чем мы туда пойдем, ты где? Да я тут прям перед тобой. А, что-то вот. У меня какая-то фигня вот тут. Так, нажимаем на рычаг, тут открывается проход в такой вот склад. Во-первых, здесь тюрьма какая-то странная. Давай-ка выпустим отсюда узников. Согласен. Бегите! Ой, ну что ты наделал, ё-моё. Не таким же способом, не в лаву. Короче говоря, эти рычаги, это не просто рычаги. Нажимаем раз, два, три. Вау, прикол. Надо верную комбинацию. Если что-то, если... Не обязательно все рычаги нажимать. Если какой-то будет неверный, она все закроется. Даже если все рычаги будут нажаты правильно, но какой-то один будет лишний, она закроется. Но должны быть только правильно. Так, здесь не хватает рычага, надо его поставить, и откроется секрет. И секрет в полу. Там уже о, очень полезно. Здесь обычные такие вот предметы, листва, ступеньки, кирпичи, здесь, рельсы. Здесь самое то выживает, блин. А здесь уже всякие золотые слитки, зуриты. Чё, закончил осматривать? Нажимаем рычаг и поднимаемся снова. Идем отсюда и закрываем этот мостик. Закрываем этот проход. И так, и здесь вот такой вот необычный лифт. Надо встать ровно... Вау, красота. Надо встать ровно посередине. Такой вот интересный лифт. Надо четко именно посередине встать. И тогда мы поднимемся. Так, здесь какой-то рычаг. Нажимай. Включается такая вот супер-пупер-мега подсветка. Господи, слишком сильно она. Единственный минус этой подсветки, что она такая шумная. Ставим вот сюда красный факел. Открывается проход наверх. Здесь можно просто посидеть, отдохнуть, понаслаждаться да, видом. Это легче посмотреть. Блин, прикольно сделано, на самом деле. Да, дом там находится дальше. Так, отходи, надо убрать красный факел. Вверх красный факел, все закрывается.
Ой, это что, башня А это какая-то? уже, ну, типа такой клуб. Так. При нажатии на этот рычаг включается вот такая вот супер-мега-пупер подсветка. Выглядит она... Радует, что здесь... Выглядит У очень меня еще круто. FPS просел без этой подсветки. А, ладно, тогда выключаем. У меня на 3 FPS просело. Выключаем тогда. Еще Ну, и хотя здесь есть звук вот такой вот диван с отличен, но... подсветкой. Как бы не сильно страшно, но с 60 до 57 просадка. А, ну это... Нормально вообще становится. План тогда включим, наверное. Выглядит она Да, довольно-таки круто. починимый комп. 54, да ну нафиг. Так, и Изверг. здесь тоже есть вот такой вот интересный механизм. Нажимаем сюда, это вагонетка. Здесь у нас эликсиры лежат. Нажимаем на Что-то я кнопку тебя потерял из «Задушевный». поля зрения. Ау. Я здесь, за барной стойкой. Здесь у нас золотой Барная. слиток, нажимаем. Ну, там вагонетка. Нажимаем кнопку, следующая вагонетка падает. Прикол. Чтобы у вас не возникало никаких поломок, рекомендую на 1.5.1 именно запускать этот мод. Подожди, ты не туда пока пошел. И, Красиво. иди сначала сюда, подожди, мы тут не все посмотрели. Закрываем двери. Не ломай. Во-первых, короче, иди туда и нажимай там на кнопки. На какие кнопки? Ну вон, ну вон туда, направо иди. Не-не-не-не-не, да иди сюда. Вот. Ты меня видишь вообще, нет? Что, погоди, да ты, блин, бегаешь там быстро. Я вообще стою. Короче, иди туда направо. И Так, попадешь в прямо комнату. и направо, да? И попадешь в комнату диджея. Там есть две кнопки. Нажми на зеленую и смотри на меня. Это смена пола. Можно либо на Да зеленый, погоди. либо на синий поставить. На ваш вкус. Вот так вот. Четко. Четко работает. Ну и пластинку можно, конечно же, там воткнуть. Четко. А теперь пошли туда, куда ты так сильно рвался. Здесь даже не видно поршней. Мы просто нажимаем кнопку, и двери открываются. Давайте их Красиво. закроем. Нужно поставить красный факел вот сюда, и включится свет. Да ты прям прошаренный в этом доме. Я этот механический дом уже много-много лет знаю, я его много лет назад скачал. Это опускает столы и стулья, чтобы было удобнее ходить. Согласен. А Здесь это не... куда ведет? Здесь вроде бы ничего нету, но если встать именно вот в этот угол, открывается такой вот проход. Можно Это нажатием кухня? кнопки потушить огонь. Правда, зажечь его придется уже только вручную. О, тут какая-то фигня тоже смотрю. Это А, здесь ферма. тут в огород. Это ферма. Давайте возьмем семена. Единственный минус самим... Подожди, ты что-то поторопился. Надо сажать. Посадить их все. Теперь нажимай на кнопку на эту. На рычаг. Они растут сами по себе вот так вот. Но выключай рычаг, а то она тратится бесконечно будет. И нажимаем кнопку. Она смывается и попадает нам в руки. Блин, прикольная тема. Это такая вот ферма пшеницы. И здесь Ладно, еще... пока разгружу весь лишний шлак от все этого. Огонь, к сожалению, зажечь заново можно только вручную. Потушить нажатием кнопки его можно только потушить. И там написано склад продуктов. Давайте-ка зайдем туда. Нам дается скорость и... Это... Вот мы отходим. И... О, Андрей все-таки прошел. Но это ловушка для грифера. И никаких сунду... И сундуки тут пустые. Вот так. Ну а на самом деле склад продуктов находится здесь. Надо нажать... Блин, вот с этим у меня, конечно, проблемы. Вот с этим... Вот то, что вот в угол надо какой-то нажимать под каким-то специальным углом, чтобы нажать. Это плохо. Короче, там находится рычаг. Я сломал специально, чтобы не шарить этот, не находить этот угол. Ты что, свет выключил, что ли? А, я случайно. А ты где? Наверху уже. Ну, короче говоря, здесь уже находится склад продуктов, где лежат яблоки, пшеница, морковка, картошка, пироги тыквенные, жареная рыба, курица и печенье. Поднимаемся наверх к Андрею, он у нас не любит ждать. Нажимаем на рычаг, выходим отсюда. И здесь, кстати, мы тоже ферму не посмотрели. Во-первых, Ненавидит. нажимаем на этот рычаг, нам арбузы вылетают. Вау, сколько арбузиков.
Да. Чтобы они заново начали расти, нажимаем на рычаг еще раз. Нажимаем этот рычаг, нам падают тыквы. Адрес. Блин, там чуть-чуть арбузиков потерялось. Они там застрять могут, да. Чтобы они заново начали расти, нажимаем еще раз. Такая вот интересная ферма. Так, уже ночь наступила. Ну и ладно, здесь больше нефиг смотреть. Дальше. А мы в подвале были, нет? Есть еще одна развилка, в которую мы пойдем. Сейчас, кстати, здесь еще вот такой подъем, но тут ничего такого нет. Выключаем эту музыку, светомузыку. Ура. И идем туда. По лестнице вниз. Обратно. К сожалению, этот дом Crazy Ted строил тогда, когда еще не знал, как сделать так, чтобы этот лифт нас спускал, поэтому спуск здесь не предусмотрен. Только прыгать в воду. Однако в механическом клубе, который тоже он с Хитманом построил, который мы тоже как-нибудь обязательно снимем вместе. Он вот, Андрей тоже его не видел. Там уже два таких лифта, и они уже способны спускать вниз. И осталось нам пройти вон туда. Тоже не знаю, почему он не поставил сюда рычаг. В общем, ставим рычаг, и открывается дверь. Прежде чем мы пойдем в эту дверь, нам надо сначала смотреть, что здесь. Да-да-да. Андрей уже направился сюда. Ставим сюда красный факел, зажигается свет. Это вот такое вот, во-первых, казино. Если пытаться просто... Если пытаться просто нажимать на кнопку или кидать туда что-то другое вместо изумруда, то это работать никак не будет. Берем отсюда золото из этого сундука и кладем его вот в этот раздатчик. Оно будет нам обменивать на изумруды, которые нам уже... Возьми немного. Будем по очереди не, кидать. Я... Ладно, сейчас... Давай по очереди кидать, посмотрим, кому джекпот выпадет. А как их кидать? Я кидаю первый. Кидаем изумруд туда. Нажимаем на кнопку. И мне выпало две. Теперь твоя очередь. Так, чтобы просто кинуть, да? Да. Лава. И нажимай кнопку. Тебе загорелось тоже две, но другие. Короче, мы выиграем, если три загорится. Теперь моя очередь. Подожди. Блин, мне стало интересно пройти. Она реально может работать? Может, да, может. Так, в этот раз ничего не поменялось. Вообще ничего не загорелось. В этот раз ничего не загорелось, теперь моя очередь. Это? Подождите, она что, не кинулась, что ли? Так, одна загорелась. Поскольку Андрей два раза киданул, я еще раз кину. О, я победил, смотри, и там выпали алмазы. Которые Андрей подобрал уже. Эй, голограмма. Помимо этого, здесь еще... Есть вот такой вот интересный... Тут, короче говоря, много блоков. Мы ставим какой-нибудь блок вот сюда, ну, ту же красную шерсть, жмем кнопку, и нам выпадает какой-то блок оттуда. Алмазный блок, мы его собираем. Можно так, конечно, линию целую выстроить. Возьмем другой блок. Золотой блок. И нам выпадает следующий блок. И эти блоки, они по кругу будут. То есть наши блоки, которые мы туда запихали, они тоже будут потом выходить оттуда. Очень интересный механизм. Подожди, что ты спрашивал? Я хотел узнать, зачем есть везде нажимные плиты. А, вот это вот уже не знаю. Короче говоря, ставим рычаг вот сюда. Тоже почему, не знаю, почему себя не поставил. Нажимаем на него. Проход в казино закрывается, открывается тир. Прикольно. Такой вот тир, к сожалению, лук и стрелы нам придется добыть самим. Почему-то их нам не подсунули. Ничего, в следующий раз. На, возьми, на, держи лук. А, это свет дает, например. Это нам свет дает, да. Бери лук. Будем стрелять. Да. А стрел-то нету у меня, блин. А в творческом есть режиме она и без стрел стреляет. А, точно. Ну что, попробую стрельнуть, да, наверное? Да, надо стрельнуть туда, в центр, в фиолет попасть четко. А я попал, нет? Нет. Она загореться должна, если ты попадешь. Но ты немножко ниже попал. Стреляй еще раз. Молодец. И надо 5 раз попасть, чтобы выиграть. Ладно, я тебя понял. Молодец. Теперь я стрельну. Ты же сказал, 5 раз надо стрельнуть, чтобы выиграть. И последний раз. Давай, стреляй. Сейчас. Прицелься.
Да блин, да в смысле нет? Так я сколько стрелял туда, уже высадил, смотри, они там все в яблочке. Так, ладно, я тогда стреляю. Да что ж такое-то? Ой, ой, что это было? О, все, отлично. И в этой комнате нам влетают алмазы. Три алмаза. Да хорош стрелять уже, а то я тебя тут закрою сейчас. Да хватит уже, иди сюда. Нажимаем на рычаг, проход в тир закрывается и открывается нам казино заново. Далее здесь... Далее нас идет вот такая большая дверь. Иди сюда. Сейчас иду, иду. Ты кого-то выпустил, что ли? Случайно вышло. Нажимаем на рычаг, открывается эта дверь. Вроде бы такая вот комната, в ней ничего нету. А теперь смотри. Нажимаем кнопку. Вау, красота. Вот она превращается вот в такую вот охренительную комнату. Нажимаем на кнопку еще раз, и все задвигается назад. Закрываем дверь. Очень интересная комната. И далее у нас еще одна комната. Вот здесь. Это кинотеатр. Короче говоря, здесь вот такая вот рожа. Куда бы мы ни пошли, она будет за нами смотреть. Ты про какую рожу? Ну вот это на стене. Куда бы мы ни пошли, она будет на нас смотреть. Так, здесь нам надо вот сюда рычаг поставить. Иди сюда. Это театр какой-то, а не кинотеатр. Ну это типа экран такой. Не туда поставил. Открывается... Ой, опять походу не туда поставил. Открывается вот так вот проход туда. И там уже находит... И там уже мы... Это комната диджея. Во-первых... Нажатием этот рычаг включается свет наверху. Второй рычаг включает дополнительно. Ты поторопился немного. Это не я, а ты. Нет, ты красную кнопку нажал. А что это было? Красная кнопка — это взрыв. А белая что это? Белая — это включается типа день, там включается сверху свет. А, нет, свет включается на сцене вот здесь. А это желтая, белая кнопка — это спавнится жители, желтая кнопка — это спавнится зомби, а красная — это типа финал и взрыв. Блин, я рассчитывал на то, что мы не будем нажимать эту кнопку, я просто потом обезврежу взрывчатку, которая была в том доме. А, блин, ты жалко, что не сказал. Ну ладно, ничего, это все равно была часть механизма. Я потом перезапущу эту карту для себя. Далее у нас есть вот такой вот лифт, который уже и поднимает, и спускает. И он такой офигенный лифт. Закрываем его. Это боулинг. Это опять какой-то бар. А, боулинг. Да, и причем это самый полноценный боулинг. Здесь две дорожки, рабочая, правда, только первая, вторая рабошка. Рабошка. Дорожка не рабочая. Рабошка. Короче, берем из раздатчика шары. Hard level. Если включить, то будет выдвигаться блок постоянно, который нам будет мешать играть. А где он? Я его закрыл только что. А. Короче, это счет. Нам надо попасть туда три раза. Ну-ка, отходи, а то ты шар поймаешь. Сейчас. Ну-ка. Кидаем. Что-то не докатился. Ну-ка. Да что ж ты будешь делать? Не топай, за красную линию. Дай мне. Ладно, возьму эти. Сейчас я хочу попробовать. Что-то не очень-то получается туда бросать. Если туда бросать, ничего не... А как бросать? На Q. Как бросать? На Q. А, на Q. Надо по льду бросать, чтобы она катилась туда. Но что-то она не докатывается все время. Ну-ка. Я отсюда, если кидану, то... Господи, она застревает. Вот это, я попал. Это, наверное, вот я типа попал. Вот я типа попал. Ну что-то отсюда с красной линии она что-то не доезжает. Я отсюда еще попал. Да что она исчезает-то? Так, я соберу их, может, они мешают. Да что ж ты будешь делать-то?
Ну в смысле? Я ж попадаю, разве нет? Вот, второй раз попали. А есть что здесь что-то? И второй, и третий раз нам выпадает один алмаз. Если мы будем играть на режиме hard level, нам выпадет два алмаза при выигрыше. Не знаю, вот тот люк, я не знаю, для чего нужен. Так, больше здесь ничего нет, разве что вот в сундуке находятся бутсы. Вызываем лифт и поехали отсюда. Нам осталось уже не так много. Поехали. А те башенки, которые там наверху на улице, мы пойдем на них? Башенки? Я в них я заглядывал в них в начале видео, они абсолютно пустые, там ничего нет. А на них как-нибудь подняться можно, нет? Можно будет. Так, ну и последнее у нас вот здесь. Это такой типа лифт, огонь и лава. Ой, вода и лава. Вода, огонь, лава, вода. Вода, лава. Огонь и вода. И медные трубы. Как же медные трубы? Так, такая вот здесь дверь. К этой голове мы вернемся в самом конце. Сначала, во-первых, вот здесь вот такой вот странный механизм находится. Нажимаем на кнопку, и блок начинает бесконечно крутиться. К сожалению, он одноразовый, его не отключить. А. Пусть, короче, мигает. Потом, если что, разберемся. Нажимаем на эту кнопочку, открывается проход в библиотеку. Вау, погоди. Так, вот такая вот паутинная, но классная библиотека. Можно также по лестнице подняться сюда и... Максон, ты тут? Да, я тут и всегда был здесь. А? А? У меня есть спички, как тебе идея? Ага, сейчас прям. Смотри, я сейчас подожгу эту карту. Не смей, ё-моё. Ладно. Короче, ладно. Здесь, если... Здесь тоже надо в угол какой-то нажать. У меня что-то не получается. Но, короче, мы должны попасть вон в ту вагонетку. Попадаем туда и попадаем в секретную комнату. А как отсюда вылезти теперь? На правую кнопку мыши. И, короче, это стол зачарования такой. Нажимаем на рычаг, открываются полки книжные. А здесь что открывается? Так, и, наверное, у вас возник... Ну, короче, это зачарование. Наверное, у вас возник вопрос. А как же выбраться из этой комнаты? Короче, не просто так... Ведь не зря здесь стоит эта печка. Мы кладем туда какой-нибудь предмет, убираем сразу же, и нам открывается проход по-быстренькому. Надо успевать. А меня открыть? Блин, я тебе кидану предмет. Короче... Погоди, у меня есть огниво. Положи что... Чего-нибудь положи в печку, и она откроется. Но надо успеть выйти. Да, блин, в баню нафиг это. Ладно. Тут надо успевать выйти. Ладно, в этой библиотеке больше ничего интересного. Поджечь ее нафиг хочу. Так. Если хочешь, можем в конце видео поджечь. Да без проблем. Ну и еще одна комната здесь есть. Нажимаем кнопку, и это... Это такая вот шахта. Прикольная шахта. Во-первых, мне нравится. Во-первых, здесь находится телепортатор собак. Нажимаем кнопки, спавнится. А где они? Что-то они... Может не работать. Не знаю. Ну, короче, должны спавниться собаки, что-то у нас не работает. Ставим сюда рычаг. И открывается здесь секретный проход вниз. С сундуками, с полезными предметами. Так, погоди, где проход вниз? Здесь. Тут, короче, сундуки с полезными предметами. Также здесь находится верстак, который при нажатии на кнопку можно поменять на блок освещения. Хотя лучше бы это как была бы, конечно, печка. Строили? Долго. Crazy Ted, он вообще мозг по механизмам Майнкрафта, он на Ютубе. Он, правда, давно уже ничего не выпускает на Ютубе, куда-то исчез. Вот такая вот шахта. И здесь... Нет, не здесь. Вот здесь нам надо поставить рычаг, при нажатии на который открывается секретный проход здесь. Там тоже находится. Секретное, блин, тоже находятся сундуки. Вон там ничего. Вот там такого не будет. Там, нет, там о, есть. Смайлик, сейчас я зафоткаю. А, давай. Да тут несколько таких. Хочешь, я тебя тут закрою? Погоди, я сейчас скриншот делаю.
И даже блоки вон здесь сами выдвигаются. Так, я заскриншотился. Назовите пароль. Ну. Ой. А, ладно. Все равно придется чинить. Давай видео доснимаем уже. Ну, короче, шахту мы посмотрели. И у нас осталось самое последнее. Так, ты куда спаешь? Блин, не нравится мне все-таки этот механизм. Давай попробуем как-нибудь его отключить. Ну-ка я знаю, как. Я спущу. Подожди, стой! А. Подожди, ничего не трогай. Я спущусь вниз, что-нибудь сделаю тут. Ну-ка. Че, остановилась? Ну, вообще-то да, если не слышишь. Так, а если я поставлю пыль назад, она заработает? Не заработала? Не заработала? Не заработала. А почему? О, а теперь она снова запустилась. Ну, правда, Андрей там сломал блок. Короче, отключить можно только вот так. Так, ладно, с этим... Да ты задолбал меня закапывать уже. Ну и, короче, последнее, что у нас остается. Это вот такая... Это вот такая вот голова. Мы должны поставить вот сюда рычаг. И если ты нажмешь на кнопку, все нахер взорвется. Я мог бы это запросто обезвредить, но Андрей уже нажал на кнопку. Вау, красиво. Хотя я мог бы эту голову обезвредить и построить там какую-нибудь комнату отдыха. Короче, все нафиг взорвалось. Ну а теперь давай давай подожгем. Давай, я хочу это посмотреть, те башенки на улице. А мы, ну давай библиотеку подожжем сначала. Ну давай. Ты мне дай чем поджечь ее, блин. Да, давай. Так. Исполним твое желание, так и быть. Так, погоди. Так, ну вот долго тебя ждать? Давай, зажигай. Уже отжигаю. Ладно, достаточно ты поджег. Эх, ну все, горит. Теперь горит, давай посмотрим на те башенки. Когда посмотрим на башенки, вернемся сюда и посмотрим, что осталось от библиотеки. Ладно. Выходи. Да, короче, чинить тут долго придется, если мы хотим восстановить это. Но я, наверное, просто карту переустановлю эту и все. Так, выходим и посмотрим на те башенки. Но я в начале видео в них заглядывал, они пустые. Мне прям прикололо вот это. Они просто для красоты здесь. Блин, а прикинь, здесь от всех просто прятаться, да? В одиночестве сидеть. Угу. Но они пустые абсолютно. Солнце красивое. А там нет выхода случайно, вот как к ним? Какого выхода? Ну типа к ним, чтобы подняться там или спуститься к ним. А, нету, к сожалению. Ну или, да. Ну или я, может быть, не нашел. Но что-то я не вижу. Мне кажется, нельзя. Походу никак нельзя к ним прорваться. Ну ладно, давай вернемся туда и посмотрим, что осталось от библиотеки. Ладно, сейчас иду. Ты дурак? Чё, я откопался. Блин, я потерял библиотеку. Где библиотека? За мной иди. А, она еще ниже, да? Да. Окей. Уи! А где она? Здесь. А что-то она уже прям... тухнуть начала. Блин, обидно. Я старался, поджигал. Ну, достаточно нормально так выгорело. Да, выгорело неплохо, но... В общем, дом мы с вами посмотрели. Такой вот прикольный дом. Ссылка на карту и на текстурпак будет в описании. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкосы и подписосы. С нас эпичные видосы. Мы еще на механический клуб открыли тогда обзор снимем. Он тоже. Вместе с Андреем тоже посмотрим. Может быть, что-нибудь тоже повзрываем, блин. Подожгем. Ну и, короче, всем пока.